Ребята, всем привет, с вами Ксюша. У меня для вас есть просто офигенная новость, но вам по традиции я расскажу о ней чуть-чуть попозже. Осталось прям вот совсем чуть-чуть. А сейчас я двигаюсь в сторону Леры, вот, чинить свой ноготь, который я сломала еще в воскресенье, сегодня среда, как бы, да. Я его пыталась убрать, наверное, часа два, это все, что у меня получилось. Дальше мне было очень больно, у меня прям палец нарывало, вот. А сейчас у меня уже нет такой боли, то есть я могу его так сделать, и вот так даже могу чуть-чуть сделать, то есть вообще нормально. Поэтому я думаю, что снимать будет не очень больно, я, по крайней мере, надеюсь на это. Но вот тут прям самые такие остатки трэшовые. Сейчас опять болеть будет. Сломала я его очень тупо. Открывала холодильник, зацепилась ногтем об ручку для морозильной камеры и выдрала ноготь. Ну, нормально, как обычно. Кстати, в Москве, когда я была, когда у меня были длинные бежевые кровавые ногти, я его сломала в кафе. Даже не поняла, как. Я просто взялась за стул, типа подвинуться, и смотрю, а ногтя нет. Все. Такая история. А потом он болел. Кто помнит мои эти ногти, обязательно ставим плюсики в комментариях. Оно не открывается. Пойдем в ту дверь. Ребят, ветер просто трэш, мы бежим к Лере. Я опоздала на 5 минут, у нас сейчас дверь не открывалась, поэтому мы перелезали через шлагбаум. Это не важно. И потом мы такие резко побежали, как будто мы забрались сюда. Я уже устала бежать. Заходим. Лера, привет! Привет! Жива? Угу. Наполовину разлома ноготь у меня. Это все морозилка. В принципе, вот сейчас ты пилишь, вообще нормально. Ну, подзажил чуть-чуть тоже. Вопрос в том, что мы ставим стакан, ну, я сейчас сделаю ноготь новый, но мы ставим стакан на сломанный стол, понимаешь? Угу. То есть и стакан может с него упасть. Тебе не больно? Лера, вот сейчас давит. Вообще не больно. Сама мне не пишет, знаешь, что я ее заблокировала. Гарю отправила. Я тебя, да, а не, я сломал, я вот так стою с этим ногтем. Мама сразу писать начинает. Но хоть на месте, теперь мы живы, теперь такая красота. Я всегда снимаю вам видео, как мне дарят подарки, а потом снимаю для вас распаковку. На этот Новый год показывать было нечего, под елочкой было пусто. Я вам говорила, что совсем скоро покажу свой новогодний подарок, и вы в комментариях гадали, что же мне в итоге подарят. Вот были варианты такие, ну как бы самые популярные. iMac, iPhone 15, поездка куда-нибудь, и некоторые из вас все-таки угадали, и это квартира. Да, ребята, наконец-то это свершилось, наконец-то у меня появилась своя квартира, ура. Ну, знаете, так говорю, наконец-то, как будто мне уже лет 25, я до сих пор живу с родителями. Ну ладно, неважно. Ну правда, чему радоваться, я пока не особо понимаю, потому что в квартире нет абсолютно ничего. Там есть обои, там есть, как бы, ну, пол, потолок, стены там еще есть, но там еще есть такая плюс-минус ванна. В общем, ну, с квартирами там вообще отдельная история у нас, я вам сейчас все расскажу. Начали смотреть квартиры мы еще до Нового года, чтобы все успеть купить прямо к Новому году, но мы немного не подрасчитали время, а вот после Нового года уже были новогодние праздники, никого в городе не было, поэтому все растянулось еще дольше. И вот только сейчас, как бы, все получилось. Короче, старый фонд я вообще не рассматривала, потому что, как бы, ну, ты там будешь жить после кого-то, там совершенно другой ремонт, который, как бы, тебя, скорее всего, не устроит, и ты хочешь переделать все, как бы, под себя, а это все нужно вывозить, это лишние заморочки, короче, очень неудобно. Я рассматривала новостройки. Новостройки тоже делятся, знаете, на несколько типов. В общем, это очень долго объяснять. Мы посмотрели, ну, несколько квартир, и в итоге выбрали одну подходящую, в принципе. Самое главное для меня, чтобы было удобное место расположения, чтобы был новый дом. И все получилось, мы нашли такую квартиру. Правда, у меня есть желание поменять там даже то, что там есть. У меня будет небольшая квартира, я решила взять студию, потому что я буду как бы жить одна, и мне вот эта однокомнатная квартира не нужна, потому что я не готовлю, я готовить не умею, и мне вот эта огромная кухня тоже не нужна. И вот знаете, вот самый кайф это есть прямо на кровати. Ну типа...
кухонный стол, это не для нас. На кровати есть, это супер. Ну или на диване. Ну, короче, вы все поняли. Но я думаю, там можно сделать все аккуратненько, что даже там и кухонный стол будет. Ну, он там должен быть, как бы. И на самом деле студия-то прикольно. Там можно сделать прикольный ремонт, что там будет все очень удобно, ну, как бы, да. В общем, первая студия была небольшая, но здесь уже был такой ремонтик, так скажем. Была кухня, вот розовенькая. Но знаете, смысл... покупать квартиру с готовой кухней, если ты ее все равно будешь переделывать. Я вообще не вижу смысла, поэтому да, и еще здесь мало квадратов достаточно было, по-моему, 25. Там были тоже свои недочеты в ремонте, поэтому мы 100% бы его переделывали. А еще здесь, кстати, душ, не ванна, поэтому кухонный гарнитур, микроволновка, холодильник, то есть просто заходи и живи, только кровать нужно поставить, и все. Минусы, то, что душевая. Я такое вообще не люблю, я больше ванну люблю. Но я не знаю, что будет у меня, мы до нее еще доберемся, до нашей квартиры. Будет либо душ, либо ванна, то есть ванну там реально поставить, если постараться. Вот самый большой минус, это площадь. Я лично в голове у себя вообще не представляла, как это сделать. Типа там было как-то все... квадратом, что ли, и вот тут сразу кухня была. И я не понимала, как здесь мне поставить там кровать и еще какие-то личные там вещи, не знаю. Ну, телевизор мне, наверное, нужен будет в квартиру. И куда это все как бы ставить? И коридор там тоже небольшой. Там был шкаф, помню. Такой, типа, гардероб большой достаточно. Ну, как бы, так. Вот душевая я тут вижу. Ну, ремонтик плюс-минус есть. Но я все равно это переделывала. Плиточка красивая. Плиточка мне нравится, так и быть. Зачем открыла мне так? О, боже. Видно зеркало, это гардероб, отодвигаешь. Тут можно и обувь поставить, и вещи какие-то сложить, и куртки. То есть туда все вместится прям. Гардероб, это был большой плюс. Да, вот с двух сторон открывается. Мы все показали, какие мы молодцы. Это все, это Ксюша уходит. Ой, что со мной здесь? Ладно, не важно. Следующая квартира, которую мы посмотрели, она тоже была не очень большая, но квадраты примерно такие же, вот, но она была вообще без отделки, то есть там были просто голые стены, кирпич чисто. Ни унитаза, ничего, просто в коробку зашел, короче, и вот ты в коробке находишься. Там нужно делать прям все, и отделку, и обои, и туды-сюды, короче, это прям очень заморочено. А мне-то хочется, ну, как бы, немножечко побыстрее, что ли, заехать туда, то есть, как бы, вот сюда, в эту коробку никак не заехать, это неудобно. Ну, то же и поставить, я не знаю, как здесь все. Она маленькая, но здесь был плюс, единственный, наверное, один-единственный плюс, потому что остальные минусы, что когда ты заходишь в квартиру, справа сразу закуток, который можно сделать либо под гардеробную полноценную, ну, короче, там можно было бы сделать такую плюс-минус мини-гардеробную, это удобно. А комната стала гораздо меньше из-за того, что здесь прибавился закуточек, ну, типа, тут плюс, а тут минус. Этот вариант у нас сразу отвалился, ну, прям нет. Я вам покажу три квартиры, которые мы снимали на телефон, но была еще четвертая. Мы ее не сняли. В общем, это была однокомнатная квартира в доме, ну, я не помню, какого года, но не очень старая, я вам скажу. Дом что-то или бизнес, или комфорт-класс, не помню, честно говоря. Вот, но там тоже. Мне не понравилось место и то, что это была вторичка. А еще плюсом там была куча мебели, которую надо было бы выносить. Это прям очень заморочено, прям реально. Зато там была большая комната. Типа, ты заходишь, у тебя здесь кровать такая нормальная, потом здесь еще у тебя диван с телевизором и еще дофига места. Еще кухня отдельная. Ну, а туалет с ванной вообще ни о чем. Ну, короче, нет. И, наконец-то, мы дошли до нашей студии, которую в итоге мы взяли. Я вам скажу так, там, в принципе, достаточно квадратов, больше, чем 25, вот, и не 26. Сделаны обои уже, которые я, кстати, хочу поменять. Я хочу все поменять, все равно у меня есть желание все поменять, все надо сделать новое. И пол поменять, еще я хочу потолки натяжные, чтобы там была не люстра, а красивые лампочки, аккуратные. Я хочу вообще все сделать, знаете, вот по красоте, вот, чтобы по чистоте все было. Прям вот, чтобы заходишь, вот небольшая, но идеально такая вот четко, что прям вот глаз резала четкость вот это. Вот это я люблю. А потом вот ты заходишь домой в этот ремонт и раскидываешь все. Вот это я тоже люблю. Это прям мое хобби, так скажем. Да. А вы представляете, сколько это будет контента, ребят? Если вам такое нравится, обязательно ставим лайки. Вот, там еще прикольная лоджия. Ну, типа, там можно прям все красивенько сделать. Я уж примерно поняла, как это все сделать. Я уже, на самом деле, себе в интернете нашла там ремонт примерно идеи. И вот примерно что-то такое я бы хотела сделать. Но разумеется, чтобы все было одинаково.
Ну, типа, чтобы у тебя там ванна особо не отличалась по цвету, допустим, от кухни, чтобы кухня не была там, не знаю, зеленая, а ванна была бы белая. Нет, я хочу все сделать одно. Там может под мрамор или что-нибудь просто беленькое и серое. А вот мне не нравится вот этот беж, вот этот пол бежевый, мне прям вообще глаза режут. Вообще бежевого не будет у меня в квартире, все. Это именно тот вариант, когда можно заехать и, в принципе, уже жить, потому что там есть и ванна, и унитаз. Просто как бы поставить кровать там, не знаю, диван на первое время, розетки там все есть, то есть просто иду заказывать домой, это вообще кайф. Каждый день тебе пицца, то роллы, вообще, ну, как бы, мне такое нравится. Вот, а потом со временем уже потихоньку начинать делать ремонт, потому что куда торопиться? Ну, когда будем делать ремонт, я буду жить опять здесь, у родителей. Я буду кочевать, я буду кочевником. Ура! Победа! Я буду сидеть у себя дома, голодная там, не знаю, просто буду приезжать к родителям, и меня будут кормить, и я буду езжать, короче, с консервами, с огурцами, с кастрюлями. Мое ближайшее будущее. Или мама с кастрюлями будет ко мне приезжать. Холодильника нет, на лоджии поставил. Правда, как бы там может все замерзнуть, в лед превратиться, но это не важно. А потом, если что, в квартиру оно все растает. И чайник можно тоже поставить. Ну, правда, у нас чайник один, поэтому нужно будет его как-то разделить. Ну, если что, большую часть мне. Крышечку. Нет, мне чайник, а вам я в крышечку могу оторвать. Будете, не знаю. У вас кофемашина есть, которая кипяток вам дает, все, поэтому чайник мой. А вообще мне кофемашину домой забрать? Домой. Все, я уже завтра съезжаю вам. Собираем чемоданы, съезжаем. Я собираю собаку. Какую мне собаку забрать, ребят? Пишем в комментариях, Моню или Элю. Если я заберу Моню, то ее не отдаст папа. Ну, типа, он будет очень расстроен. Прям очень. Вот. А если я заберу Элю, то Эля меня просто съест. Потому что она хочет быть рядом с мамой, а рядом со мной ей не в кайф находиться. Я ее буду всегда бесить. Я буду ее так тискать, и она будет меня кусать за нос. Как обычно это делать. Ну, в общем, ей не понравится такой вариант. А еще и гулять с ними надо. Короче, собак мы вообще не берем с собой. Короче, я завела себе собак в квартиру сюда и уезжаю. Собак оставляю на родителей, все. Мне еще мама недавно говорит, типа, ты только не смей без спросу заводить себе животных в дом. Ой, мам, мне тут хомячка подарили, но я как бы не отказалась, мне нужен хомячок. Или кошечку бездомную, мне было жалко, я решила ее забрать. Вот теперь у меня кошечка живет. Такого тоже маме не надо. Потому что потом эта кошечка перейдет жить к маме. А еще, короче, был прикол, это еще давно было, по-моему, в декабре в начале, что-то я говорю, вот когда перееду, я собаку заберу какую-нибудь себе, что-то такое я, по-моему, сказала. Типа, у меня будет домашнее животное. Мама такая говорит, у тебя только пауки будут, как домашнее животное. Ты не помнишь про пауков? Мы прям очень ржали. Типа, что я буду там за паучками ухаживать. Подкармливать крошечкой паучков. В общем, ребята, можете меня поздравить с этим событием. Я очень долго этого ждала. А, думаю, что совсем скоро я могу вам уже, в принципе, показать свою квартиру, как там все выглядит. Зайти там, сделать небольшой обзорчик. Будем вместе убираться. Ой, я так уже хочу вместе с вами отклеить обои. Я прям это вижу, как меня вот так вот снимают. Я вот эти обои сдираю. Это же вообще кайф. Блин, это надо. В принципе, я могу такой мини-влог снять уже прямо на днях. Сейчас я еще перееду жить одна. Это будет вообще такая сказка. Я начну писать маме каждые 5 минут. Мам, как включить стиралку? Мам, как сделать то? Мам, как сделать это? Мам, что заливать в стиралку? Мам, почему у меня стиралка сломалась? И так далее. То есть это будет прям вообще сказка. Мне кажется, я буду часто снимать для вас какие-то влоги, где у меня там что-то будет случаться веселое. Ну, как бы, да. Мам, у меня еда сгорела. Мам, я... пельмени уронила. В общем, такие дела. Я очень довольна, что я сделала ноготь. Очень довольна, что я купила квартиру. Так спокойненько. Ну ладно, такие дела. Завтра в школу, к второму уроку. Мне еще делать химбио. Всем до свидания. Все, плакать пошла.